15 января на автодроме школы номер 2 впервые прошел автослалом на Кубок городского округа Пушкинский. Его организовал детско-юношеский спортивно-технический клуб «Дивизион юниор». Январь 22 года, мы находимся в городе Пушкино Московской области на автодроме школы «Дивизион юниор». И это тоже такое эпохальное событие. Мы решили, что пора нам рассказывать о тех добрых делах, которые мы делаем. В этом нет ничего зазорного, не надо этого стесняться. И мы с радостью рассказываем и сегодня покажем, как с помощью спецдор-проекта молодые дарования учатся управлять автомобилями. И, естественно, мы будем помогать и дальше, потому что кто-то из этих ребят вырастет, будет двигаться дальше в автоспорт, сменит экипажи на КамАЗах, чтобы всякие Мерседесы и Татры глотали пыль от наших ребят и от наших машин и не довольствовались никакими призовыми местами, а все пьедесталы были только российскими. Смотрим, как ребята соревнуются. Они еще достаточно молоды, но очень скоро вырастут и будут побеждать в больших соревнованиях. Здесь проходит первый этап чемпионата Московской области по автослалому. Мы вышли на спецдор-проект с просьбой помочь нам в инструменте, который будет помогать отсчитывать хронометраж. Был сделан отлично. Ребятам очень он помогает и в тренировочном процессе, и в выступлении на соревнованиях. Очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Благодарим ребят за то, что они посвятили столько времени, прям разработав под нас этот проект, сделав его с нуля. Это был такой необычный достаточно проект. Он помогает действительно нашим спортсменам выступать на соревнованиях и делать приличные результаты. Ну, соревнования – это всегда интересно. Я занимаюсь уже года 2 или 3. Это всегда очень положительные эмоции, адреналин. Всегда очень интересно, борьба. Ну, я собираюсь продолжать этим заниматься, потому что мне нравится. Все.